защиты отключены. Доступ в бойлерную открыт. Слышь, что это?
заперты! Рядом автоматические пулеметы! Понял! За пулеметом у лифта! Живым он не уйдет! Оружие противника в зоне досягаемости. Системы защиты включены. Системы защиты отключены. Прошлой ночью я опробовал режим активного прыжка. Не просто наблюдение, а вмешательство в прошлое. Вот, полюбуйся на последствия. Thank you.
Понял тебя. Наш покойный информатор сообщил, что через этот сервер можно получить данные по разработке оружия. Они все еще хранятся в устаревшей системе. Внимание! Несанкционированный доступ. Немедленно сообщить службе безопасности. У нас был только один шанс получить эти данные. Центральный компьютер на верхнем этаже, но там все зашифровано. Черт возьми! Thank you.
Начинаю анализ методов шифрования. Разведка докладывает, что на крышу высадили пожарные. Перекрывают все входы, тебя ищут. Будь осторожен. Засек твои координаты. А теперь за работу. Мы не сможем приземлиться, пока вся крыша не будет под контролем. Мы под обстрелом. Огневые точки на соседних крышах. Займись ими. Скорее. Эй, ты кто там? Вот так!
обнаружен! Кто ты? Все чисто. Теперь тебе нужно подняться повыше и найти маяк. Включи его, тогда мы сможем тебя увидеть.
Отлично, мы тебя видим. А теперь быстро наверх. Вчера вечером Крон увидел вариант бета. Он был просто потрясен. Такер сказал ему, что мы опережаем график из-за тебя. Я думал, что мы тебя потеряли. Надеюсь, этого не случится, и мы благополучно встретимся. Похоже, ты решил приготовить нам сюрприз. С тех пор, как ты здесь появился, этот твой костюм начал загружать в нашу систему чертову прорву информации. А, сэр, посмотрите на это. И в чем проблема? Никаких проблем, сэр, никаких. Просто помните, тогда его костюм сам взломал мою систему и скачал все данные? Да, ну и... Итак, в памяти костюма полная копия сети Крона. Взломаны все шифрованные файлы, видео с камер безопасности, все проекты разработки, вся сеть целиком. Ладно, расслабься. Вот дерьмо, смотрите. Секретное тюремное досье. Эй, что ты задумал? Сэр, батальон Дельта, возможно, еще держится. Погоди, погоди, что? Они все в этом списке, поэтому их и не казнили. Так, куда дальше? Тюрьма недалеко от Нома, рядом с трудовым лагерем. Так, верно. Вот тут он и разбился. Сэр, так не бывает. То есть на нынешнем уровне технологий такое невозможно. Совсем никак. Но все-таки он это сделал. Это меняет дело. Теперь мы прижмем Крона к ответу. Послушай, парень, кто ты такой? Беру управление на себя. Тревога на минном поле. Тревога на минном поле. Всем занять боевые посты. Повреждение фюзеляжа 20%.
повреждение фюзеляжа 30%. Внимание! Отказ левого стабилизатора. Повреждение фюзеляжа 50%. Черт, они опять мины бросили. Держитесь! Внимание! Отказ правого стабилизатора. Повреждение фюзеляжа 30%.
левого двигателя. Повреждение физического. Фюзеляжа 20%. Сукин сын, ну чего ты ждешь? Мы здесь как на ладони. Солдат батальона Дельта. Месяцев назад мы думали, что Крон уже давно их казнил, но благодаря тебе узнали. Ты должен освободить их. Вы с Николасом и Росом отправитесь вниз в каньоны. Планер сейчас в ангаре. Как приземлишься, сообщи, а так соблюдай молчание. Попробую вести отсюда врагов. Удачи! Какая муха укусила Крона? Он только что отклонил все улучшения беты. Он говорит, что мы пытаемся прыгнуть выше головы. Он против любых изменений, даже против системы возвращения. Практически он хочет вернуться к варианту альфа. Готовься! За нами уже идут. О, черт! Похоже, они на колесах! Готовься! За нами уже!